Сюжетная простота, декоративность цвета, широкий мазок и экспрессивная манера письма. Картины Виктора Макарова несут доброжелательную энергию. Они словно икона, написанная с природы, создают у зрителя душевное тепло и хорошее настроение. Несколько работ автор посвятил Мариуполю. Это улица Гавана, и вот она проходит. Ну, а вот это проулочек, там я не помню, как ее называют. Ну, то есть все мне понравилось. Смотрю, гуси бежат. Я сделал зарисовочек, рисунок, а потом решил в мастерскую положить. Там написал. В 46-м году Макаров переехал в Тернополь. Сейчас художнику 75 лет. Уже во взрослом возрасте от мамы он узнал о греческих корнях своей семьи. Говорит, еще с большей силой потянуло в Мариуполь, где прошло его детство. И он решил передать дар городу часть своих картин. И как бы я хотел вот это начало и сейчас вот это вот как-то объединить это и оставить тот след с хорошим, дабы сказать, впечатлением. И это особенно замечательно, потому что человек, который приехал к нам из Тернополя, художник, автор работ, он безвозмездно дарит и отмечает, что именно наш город Мариуполь внушил ему столь большое доверие, что он совершенно спокоен за сохранность этих работ и твердо уверен, что его работы будут украшать будущую картинную галерею.